Здравствуйте, милые женщины. Меня зовут Лив. Мы встречались с вами на фестивале в Огоньке этим летом. Со многими из вас у нас сохранилась сейчас связь, мы общаемся, я консультирую вас, отвечаю на ваши вопросы с большой радостью и большим счастьем разделяю ваши успехи на пути к своей душе. Я преподаю кундалини-йогу, медитацию и другие практики. Я являюсь специалистом по ведению здорового образа жизни и рассказываю людям, как правильно питаться, как готовить, рассказывая о продуктах питания. Это на самом деле маленькая часть того, что мы можем сделать для себя, для того, чтобы быть здоровыми и счастливыми. В этом декабре я приеду к вам для того, чтобы поделиться с вами еще большим количеством информации о том, как женщина в ритме нашего времени, обладая всеми теми необходимыми компетенциями, которые требуют огромной затраты энергии, времени, как женщина может остаться счастливой и спокойной. Потому что счастливая и спокойная женщина создает целебное пространство вокруг себя, в котором хорошо ее детям, ее семье, ее бизнесу, да? Целой вселенной, в которой живет каждая отдельная женщина. Я передам вам навыки, знания и инструменты для того, чтобы вы сами могли управлять своим состоянием, своим здоровьем и своей энергией, своим потоком. Это очень важно. Это самая большая моя задача. Не делать так, чтобы вы постоянно искали какие-то способы, а дать вам достаточно для того, чтобы вы просто пришли, наконец, к своему сердцу, услышали свою душу и стали еще более эффективны в том, что вы делаете в жизни. Как мама, как управляющая в бизнесе или как менеджер, как жена, как любовница. Да, эти роли нам очень знакомы, как хозяйка дома. Но все эти роли прекрасны, реализованы только если вы в силах услышать свою истину. Снять с себя все эти роли однажды и понять, кто я есть на самом деле. Чего я действительно хочу. Вот об этом мы с вами будем говорить. И к этому мы будем с вами идти. Прежде всего на большом выездном семинаре, который будет длиться целых 4 дня, завершится в новолуние. Таким станет действительно истинно новым этапом перед Новым годом. Такой прекрасный подарок себе, ради себя и своего окружения. Будет также двухдневный класс, семинар в городе, он будет в полнолуние. Это тоже прекрасное время для трансформации, много энергии, важно правильно ее направить в нужное русло. Будет много индивидуальных консультаций, запись уже сейчас идет. И я рада вам. Я сделаю лучшее из того, что могу. А вы прислушайтесь, пожалуйста, к себе. Почувствуйте, нужно ли это вам. С любовью и до встречи.